Два года назад эта группа презентовала клип «Чебоксары. Милый город», созданный совместно с национальным телевидением. Но этого показалось мало, масштаб не тот. И этим летом мы можем познакомиться с новым проектом команды «Вочи. Республика». Как проходили съемки, Женя Арно и Дима Шарап рассказали нашей съемочной группе. Клип готовили весь прошлый год. Во-первых, все участники команды – люди занятые. Во-вторых, работы было немерено. Чего только стоит география съемок. Первый день был проведен в Йошкар-Оле. По сюжету один из героев находится далеко от дома и очень по нему скучает. Дальше снимать продолжили в Шимурше, Батрево, Канаше, Яльчиках, Мариинском Посаде. В общем, побывали во всех уголках малой родины. Суть клипа такова, то, что мы ездим по нашей республике, раздаем им сердца. Сердца несут в себе удачу. Удачу, любовь, успех, в общем, все для каждого человека что-то очень важное. То есть у человека что-то не получается, у человека не складывается личная жизнь, а он получает это вдруг сердце, и у него карма. В жизни все прекрасно происходит. Да, допустим, там кадр с рыбаком, то же самое, когда он сидит, ловит рыбу. Рыба не клюет, тут вдруг падает к нему сердце, мы приносим ему сердце, он этого не понимает и не замечает. И вдруг начинает у него безумный клев, то есть рыба ловится, парню приятно, нам тоже. В тексте песни ни разу не звучит слово «чувашия», то есть она может стать любимой для жителей любой республики. Но мы-то знаем, какому месту на самом деле посвящены эти аккорды и слова. Материала очень много сняли, много материала не вошло в клип. Да, если вот по секрету сказать, да. Наверное, из 100% снятого только 10% вошло клип, поэтому уже возникли мысли о том, чтобы сделать документальный фильм действительно о нашей республике. В свете последних тенденций песню сложно воспринимать без картинки, да и аудиобагаж у группы «Вочи» большой. В августе ребята приступят к съемкам нового клипа «Выходи за меня». Это сольный проект Жени Арно, но главную роль в клипе исполнит Дима Шарап. Пока же мы предлагаем насладиться летним настроением песни «Республика» в эфире национального телевидения Чувашии. Край родной, я люблю тебя. Это все республика, республика моя. Мой край родной, я тебя. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, «Республика».